Так вы помните, недавно мы варили стаут или портер, ну, в общем, черное пиво. И вот это пиво созрело, и я хочу поделиться с вами результатом. Если кто-то не видел этого ролика, а само пиво заинтересует, то ссылку на ролик «Как сварить стаут» я размещу в описании этого видео. Я буду использовать бокал, он с какой-то маркой польского пива. Это не реклама, не подумайте. Просто красивый бокал, я его, кстати, нашел в каком-то польском городе. Молодежь с вечера пила пиво, а мы с Ларисой путешествовали на мотоцикле. Едем, смотрим, возле забора стоит красивый бокал. Мы его забрали с собой. Вот теперь он такой классный, я в нем дегустирую пиво. Итак, друзья, я сейчас сделаю крупный план. Хочу, чтобы вы увидели, как я буду откупоривать бутылку, как наливать, увидели пену и цвет напитка. А потом расскажу о своих ощущениях и о том, что получилось. Хорошо, карбонизировалось. Вот, надеюсь, цвет напитка хорошо виден. И пена, друзья. Посмотрите, какое волшебство. Посмотрите на эту невероятную пену. Ну, вот так вот выглядит сваренный мной стаут. Естественно, вы его тоже можете сварить. Цвет, ну, характерный цвет черного стаута или черного портера. Пена, как видите, тоже правильного цвета, нормальной густоты. Хорошая, густая, красивая пена, такого светло-кремового цвета, как и положено, как и должно быть у портера. Очень-очень стойкая. Ну что ж, друзья, попробуем. Пена, как видите, очень долго не оседает, то есть она стойкая и именно такая, как и должна быть. Пиво вообще потрясающее, оно совершенно, ну, как бы оно очень темное, оно совершенно прозрачное, ни единой мутности в нем нету, что говорит о том, что тот метод и тот рецепт, по которому я готовил, совершенно правильный. Ну что, друзья, поднимаю этот бокал за ваше здоровье, желаю, чтобы портер у вас получился, и попробую. Невероятно. Настоящий, настоящий, хороший, плотный портер. Великолепное пиво. Просто великолепное. Но мне даже сложно описать вкус. Характерный для черного пива, характерный сладковато-горьковатый вкус с таким, ну, невероятным послевкусием. Конечно, что-нибудь солененького бы. Ну ладно. Запах. Не добавить, не отнять. Запах классического портера. Причем хорошего, живого. Просто наслаждение. Его можно, ну, его можно тупо нюхать. Его не обязательно пить. Можно сидеть и наслаждаться запахом. Причем хочу обратить ваше внимание, что пиво настолько темное, ну, во-первых, оно густое. И вот оно настолько темное, что оно немножко окрашивает стенки бокала. То есть оно не сразу стекает, а бокал вот становится коричневатого цвета, а потом пиво стекает. Ну, друзья, собственно говоря, не буду вас дразнить, потому что, думаю, смотрится это не очень этично с моей стороны. Пиво получилось офигительное. Рецепт в описании. Желаю вам, чтобы у вас тоже такое же пиво получилось. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, а мы будем снимать для вас новые видео. Всего доброго, пока!